Самаре в районе Октябрьского спуска обнаружено загрязнение Волги. Площадь распространения составила примерно 100 на 150 метров. На место выезжали специалисты Росприроднадзора. Взяты пробы остаточных следов нефтепродуктов для химического анализа. Эксперты утверждают, что у вещества сложный состав и оно не имеет запаха. Однако говорить о том, насколько токсична субстанция, пока рано.